Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Каждый раз, когда умываетесь, произносите всего одну фразу на счастье. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Каждый день мы взаимодействуем с водой. И невозможно представить современную жизнь без ежедневных водных процедур. Утренние и вечерние ритуалы могут стать волшебными действиями и привлечь в вашу жизнь много удачи, радости, если выучить всего одну фразу. Настоящий магический шепоток, который будет настраивать ваше подсознание на достижение счастья и преодоление любых преград своей жизни. С помощью данной практики вы будете постоянно заряжаться положительной, позитивной энергией, благодаря которой и происходит движение вперед к своим целям. И если в вашей жизни есть какие-либо затруднения, либо вам что-то не удается, запомните всего одну фразу. И каждый раз, когда вы будете умываться, произносите эту фразу. Все достаточно просто. Выучите одну лишь фразу и читайте ее вслух или про себя, шепотом, неважно, просто когда вы умываетесь, либо когда вы моете руки, ополаскиваетесь под душем. Словом, абсолютно каждый раз, когда вы соприкасаетесь с водой, то скажите такую фразу. «Мылю и начищаю, от тех неудач себя отмываю, успех со счастьем получаю». Вот говорим один раз. Все, не забывайте читать эти слова ежедневно, и вы будете всегда настроены на успех и полны сил, чтобы совершить задуманное.